Чтобы не быть голословной, помните, я вам говорила, что я как-то с 15 лет уже с 15 лет я была старой бабушкой, можно сказать, сознанием старой бабушки, увлекалась всякими средствами, всякие травки выписывала и так далее. Вот смотрите, это вот 98-й год, 20, вот мне было 15 лет, 29 сентября я завела этот журнал, и все остальные журналы я тоже заводила в это время. Вот, тут все мои такие вот записи, я вот спортом тут занималась, завтрак, чего-то я на завтрак кушала, подсчитывала все свои калории, вот с 15 лет занималась спортом, бегала, и вот, ну, это ладно, вот все остальные журналы, ну, вот они все, там, 98-го года, вот есть вот такие вот журналы по красоте, а, вот это и есть как раз журнал, но это не один единственный, это то, что я попросила, то, что мама мне сохранила, я говорю, сохрани мне просто, вот, смотрите, цветы и травы помогут вашим волосам, потом, что у нас тут? На зарядку становись. Что у нас тут? Не забываем, что дорога к сердцу домочадцев лежит через соседний гастроном. Наливка сладкая наливочка. Потом маски для шеи, прыщи на спине, дорожная косметичка. Сохраните запахи лет. Ароматическое масло для ванны, соль для ванны, масло из календулы для проблемной кожи. Так, потом, что у нас тут? Мазь на топленом масле, сбитом из свежих козьих сливок. Что у нас этот рецепт делает? То всякие штучки для лица. Баньку, какую баньку истопить. Все для здоровья. Что у нас тут еще? Тут у меня тут... Ой, даже посмотрите, какая мода была интересная. Всякие картинки интересные вырезала. Можно сказать, визуализация. Я еще тогда не знала про визуализацию, но вот она у нас, у меня была уже. Дайте мне сейчас, подождите, найду. Найдет такой-то трава. Сеточка вокруг глаз. Если есть проблемные ноги. Желудок настроим, от желудка, как лечиться пихтовым маслом. Ну, вот теперь понимаете, что не просто так я говорила, не вру. Что не вижу, здесь у меня должны быть корень там лопуха, всякие вот такие вот. Ну, уж в этой книге. Нет, тут в основном у меня рецепты. Вот, еще чистый-чистый дом, хозяйки на заметку. Вот, смотрите, душица обыкновенная. Тыква обыкновенная, доктор лимон, что лимон лечит, что черемуху лечит, лопух, репейник, всякие вот, смотрите, зверобой, целительные свойства, моркови, подорожник. Ну все, можно убирать. Отчиталась, показала, что не вру. С 98-го года вот я вела такие журналы. Амбарные такие большие книги. Это учетные книги. У меня мама с работы приносила. Тогда еще не было такого изобилия блокнотов. Как вы видите, я с подросткового возраста, с детства любила вести вот такие. Вот и до сих пор веду. У меня их куча. Сейчас вот тоже недавно только 3 завела. Девчонки, тут немножко разбираю. У меня тут этот пришел Сади-Сати. Хотя многие не верят в астрологию. Но неважно, что считаю нужным, то на канал выкладываю. Вот, тут я каждый раз оправдываюсь, получается, что каждый раз оправдываюсь. Ну так вот, и что хотела, у меня сейчас пришел период Сатурна в мою жизнь, а Сатурн это порядок, вот, и я прям, что-то у меня прям потребность от лишнего избавиться, перебрать все в шкафах, лишнее выкинуть, там, отдать, перебрать. Прям получает это удовольствие, вот сейчас один шкафчик, один ящик перебрала, а это любимый салат. Мы его всегда делали обычно на Новый год, да, мам? Да. Обычно почему-то мы делали его на Новый год. Всякие овощи, фрукты, киви, банан, груша, не знаю, яблоко, может быть, тут мама положила, апельсины, цитрусы какие-то. Куда фокус-то делся? Может, там заляпанный экран? Вот, и вот такой вот со с йогуртом перемешиваете, просто вот объедение можно вместо десерта. У меня закончилась пустые баночки, которые я сразу тут же должна выкинуть, иначе у меня мама скоро с этими
пустыми баночками выкинет меня. Вот такой вот пихтовитый, я не знаю, сейчас будет он или не будет. Я выпила его-то хоть или нет. Да, выпила вчера последний раз. Источник железа, дополнительный источник железа. Но просто не знаю, есть он, скорее всего, уже закончился. Обожаю всякие БАДы, пью постоянно, регулярно, меняю одни на другие. Может, поэтому у меня, в принципе, по сравнению с другими людьми, более-менее, ну вот моего возраста, более-менее такое здоровье нормально. То есть у меня нет какой-то хроники. И сейчас, вы знаете, такая экология, вот как мы... У меня сейчас очень хорошая там группа, прям группа Фаберлик, прям такая активность появилась, потому что у нас в этой группе появился врач, ну, с медицинским образованием человек, и она очень много что пробовала с продукцией, ей самой очень много что помогало, вот, и там охудела она, и вообще сознанием медицинским она может прям хорошо описать продукт. И сама принимает с удовольствием, и прям у нее показатели хорошие есть по здоровью, которые не могли даже решить, ну, какие-то врачи, то есть там по гинекологии она там пила. Ну, ладно, не об этом. Вот, посмотрите, значит, пихтовит закончился, у меня капельки такие я на ночь их пила. Вообще их желательно за 10, за 15 минут 20 за еды, до еды. Но я пила их прям на ночь, разводила и пила. Иммунитет хорошо повышает. Это прям экстракт, водный экстракт хвои пихты сибирской. Вот, так что... Вот так вот, что еще закончилось? Ситар норм чай. Вот как раз это тот чай, который напила для женского здоровья, для того, чтобы справиться со своими гинекологическими проблемами. У нее эндометрий вырос... но я, знаете, могу сейчас ошибаться в терминологии, не вырос, а как сказать... Ну да, вырос, по-моему, на несколько миллиметров. Это очень-очень, причем гинекологическое лечение, назначенное врачом, не помогло. Но я вам обязана сказать, что проконсультируйтесь с врачами. Все люди мне взрослые смотрят, поэтому сами вы принимаете решение. Пожалуйста, это делайте без перекладывания ответственности. Вот, я показываю, чем я пользуюсь сама, а вы уж сами принимаете. И рассказываю какие-то истории жизни, свои личные. Вот у меня теперь появился человек еще, про который я могу рассказать. Вот, значит, травяной сбор для женского здоровья. Сама его сейчас пропиваю. Он мне помогал. У меня там ставились разные диагнозы врачами по результатам УЗИ. Один УЗИст мне сказал, что у меня полипы. Другой УЗИст мне сказал, что миома. Ну, так как туда не залезешь же, не посмотришь. Поэтому в зависимости от квалификации и оборудования УЗИста, вот, и профессионализма, он может определить там что-то, что есть какие-то изменения эндометрия. Один просто поставил диагноз полипа, другой поставил миому. Я пропила мастоп, вот мне сейчас мама пьет, у нее, кстати, прошли боли в груди, но опять же у нее боли, она точно знает, что у нее не рак. Вот, поэтому если у вас уж сильные боли, вы сначала идите проверьтесь, поймите, что это ничего такого серьезного нету, а потом уже... Вот, мастоп. Вот она сейчас пропивает. 3 баночки я купила. Чай Ситанорм вот этот вот взяла. И в итоге я приехала. Я говорю, мам, ну что, у тебя болит? Она говорит, нет. Если бы ты не спросила, я бы даже не вспомнила. То есть у нее боль прошли. Периодически она пропивает. А я сама, когда вот узнала результаты УЗИ, мне сказали, выскабливать. Вы что, это перерастет? Она вообще напугала. Это перерастет в злокачественное. Там что-то может перерасти. Но оно и может перерасти, как бы, если это там полипы. Вот, я нисколько не отрицаю, как бы, диагнозы врачей и, ну, как бы, их пугалки, вот, не умоляю, вот, но я вместо выскабливания пошла попить чаёк, вот, чай попила и мастоп вот этот вот, и у меня, ну, через 3 месяца все нормализовалось, но, опять же, это ваша ответственность, как бы, вот. Так что вот так вот. Чай женский, вот для женского здоровья заканчивался чай Артра. Мама мне пьет 2 упаковки, вот. Вообще я слышала, опять же, обучение врача Эдигера, нашего Александра Эдигера, который токсиколог, фармаколог, и который курирует вот эту вот всю линейку, следит за появлением тех или иных продуктов для здоровья в ассортименте Фаберлик. И он сказал, я его какое-то обучение слушала, он сказал, что вообще то ли с 35 лет, то ли с 40 обязательно нужно периодически хотя бы пропивать этот чай, потому что уже начинаются изменения в хрящевой ткани. Все равно мы ходим, нагрузка, кто-то занимался раньше спортом, поэтому появляются там всякие протрузии, непротрузии, эти, что у нас там еще есть, грыжи, не грыжи, поэтому периодически нужно пропивать, чтобы помогать организму. Это же мы, когда уже что-то заболело, это мы тогда понимаем, о, у меня заболело.
Вот, все, надо бежать к врачу. А это же, когда формируется в таком зачаточном еще состоянии, мы не чувствуем, ну, там кольнуло, здесь кольнуло. Вот, поэтому не особо не придаем значения. Мужик, это, знаете, петуху там в жопу не клюнет, мы не это. Поэтому для профилактики, даже если у вас нет каких-то явных этих, вот у меня даже могу показать, я уже показывала в своих чатах, наших рабочих чатах, у нас есть всех чаев у родителей, все чаи, всех чаев все есть. Вот, значит, и для женского здоровья, и антистресс, и антипаразитарное, и гастро. Антипаразитарное, это, ну, выводит всю гадость из организма, для женского здоровья. Энерджи, если у вас энергии не хватает, гастро для желудка, шугар контроль, регулирующий сахар, кардио. Вот, то есть все чаи у нас и там вот какой-то фолиат, чего-то там диуретически у нас стоит. Вот, поэтому у нас все чаи практически есть. Вот они начинают, пропивают и вот. Кажется, как-то так. Вот все, пустые баночки у меня закончились. Все это пойдет в мусорку. Все это пойдет в мусорку. Блин, вот еще, господи, мам, зачем мне его поставила туда? Вот еще закончился артра, потому что у меня мама все вместе пропивала. Артра, вот этот вот, это смесь масляных экстрактов. А здесь у нас в составе семена черного тмина, листа лавра благородного, корень куркумы, ягоды можжевельника, чайное дерево, корень сабельника болотного. То есть вот такие вот она пропивала артра, и вот она сейчас пьет у меня еще доброген. И у нас появились новые молекулярные БАДы, новые пептидные БАДы от компании Чистота. Вот я хочу... Вот доброген они еще пьют у меня сейчас. Я хочу... перевести их, вот сейчас они все допьют в таком усиленном темпе, будут меня пропивать, и потом я их переведу на пептидные, скорее всего, сама молекулярная буду, а их на пептидные переведу. Еще закончился у меня такой гиппалайт десерт желе, обладает легким желчегонным эффектом, поэтому если у кого-то есть там камни в желчном, будьте аккуратнее, тоже консультируйтесь с врачом, если боитесь. Вот, я для того, чтобы помочь иногда желчному, чтобы он получше работал, чтобы у меня не возникало проблем в каких-то в будущем, я вот периодически тоже пропиваю его. Вот такие вот саше-пакетики. За полчаса до еды берете, вскрываете и пьете. Но у меня не всегда получается за полчаса до еды. Вот честно, девчонки, что-то я вот не могу никак в график войти. Поэтому вот я пью, когда приспичило мне, когда вспомнила. Вот и чай вот у меня сейчас стоит, вот посмотрите. Цитанорм заваренный, вот этот вот чай я сейчас для женского здоровья пью. А вот за 20 минут я его забыла выпить. Потому что много чего приходит спить там до еды, после еды. Ну что я сейчас пью? Вы тоже меня часто спрашиваете, Настя, что ты пьешь? Вот сейчас я начала пить из молекулярных новых БАДов печень. Хочу почистить печень. Секреты Востока добиваю. На вечер, по-моему, не остается. Сегодня 3 их выпью. Последние допить. Вот, иммунитет хорошо повышает, у меня вообще начались месячные, я даже не заметила, обычно это как-то болезненно все, а я в первый день вообще отмыла, прогенералила всю кухню, вот, и даже не заметила, очень снижают такие вот синдромы ПМС. Хорошо для иммунитета, хорошо. И вообще черный тмин, прочитайте про него, там чуть ли не, он в восточной медицине очень сильно популярен, у них для всех бед один ответ. Цитроактив, но это я сейчас не пью его, прогумин, это я остатки тут разбавила, натощак хотела пить, но натощак у меня уже есть. Вот такой вот натощак я пью спирулину, водоросли, спирулину и хлорелла за час где-то примерно до еды. Йод допиваю свой, у меня тут тоже совсем чуть-чуть осталось. И вот десерт, вот этот вот желе гиппалайт. Сейчас я пью. И чай ситонор. Вот это вот мои БАДы на сегодняшний момент. Из пустых баночек я вот сейчас смолола кофе родителям, откопала у себя просто в запасах, потому что она закончилась уже. У нас фаберлик миндальная и красный апельсин в зернах. Вот, его прям... Ну, вообще люблю, обожаю. К сожалению, его сейчас нет. Не знаю, по каким причинам.
то ли в связи с санкциями, то ли, ну, как бы я не сотрудник, не могу ответить на этот вопрос, почему их нету. Великолепное кофе, его распробовали, знаете, у нас появляются новые продукты, но так как всерьез очень многие не воспринимают появление Faberlic тех или иных продуктов, они реально, вот если появляются, реально крутые, что корм для животных, для котов у нас был, когда все распробовали и начали его покупать, он исчез почему-то, что вот это вот кофе, все распробовали, всем рекламируют, берите, 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 все так нос воротят, скептически относятся, фу-фу-фу, фу-фу-фыр-фыр-фыр, вот, а потом бах, пробуют, и оно оказывается круто, и все, а так как все равно компания анализирует спрос, и, может быть, как бы спрос не настолько, сколько, ну, не такой, как ожидаемое, может быть, вложение больше, ну, не знаю, по каким причинам, тоже не могу сказать, потому что я не состою в составе, ну, руководящего состава и сотрудников, которые занимаются производством, там, ну, этим направлением, поэтому не могу сказать, но очень жаль. Очень жаль, что его нету. Вот остатки есть у нас чуть ли не годовой запас у нас. То есть вот еще у родителей, у меня там есть красный апельсин и миндаль. То есть еще пить не перепить у нас кофе. Я что-то прям, знаете, как знала. Я заказала его очень-очень много. Когда вся эта вот история у нас началась, я прям брала по акции, особенно скупала, потому что предполагала, что его уже не будет.